Я ни разу не видел, что по телевизору показали водопроводчика, который вдруг оказывается в квартире и держит коробку с пачками долларов. Плакат, если несет ложь, вот эти всякие какие-то чистенькие напудренные мордочки во время предвыборной кампании, это все чепуха, там нет никакого образа, там нет никакой правды. Уважаемые друзья и любители искусства, в цикле, в котором мы с вами рассуждали о видах творчества художественного, пора уже вспомнить о том, что есть плакат. Это удивительно умное художественное творчество. Кто скажет, как это так? Почему это умное? Потому что здесь мысль не должна быть запрятана, она должна быть сразу на поверхности. Плакат – это художественное преподнесение какой-то важной информации. Есть плакат, который касается, так сказать, проблем техники безопасности. Есть плакат, который оповещает нас о театральной или какой-то спортивной программе. Есть плакаты политические. Их много, разных плакатов. Плакаты праздников каких-то, да, много. И я бы хотел показать книгу, которая выпущена в нашем коллективе Союза художников, плакатистов. Это удивительное издание. В наше время это вообще почти непосильно. Это художники-плакатисты нашего Союза художников, ну, с некоторыми гостями. Собиратель вот этого альбома, этой антологии, это, ну, так по просторечии, Вадик Жуков, на самом деле Владислав Жуков, он был председателем секции плаката. Так получилось, что это его «Лебединая песня». Он сделал эту удивительную, ну, вот эту удивительную антологию. Тут все что угодно может быть. Тут много-много разных художников. И, к сожалению, ушел из жизни. Не потому, что он все силы на нее бросил. Ну, так бывает уже и по возрасту. Хотя мог бы еще жить, конечно. Вот. Жалко, что ушел из жизни. Но это память о нем. И о тех художниках, которые работают в нашем городе. Но это я к слову. А вообще, я бы сказал так, что плакат – зеркало нашей жизни. И вот, скажем, плакат Ольги Биантовской, он посвящен театру, опере «Щелкунчик». Красивый, сразу заметный. Должен предупредить, что иногда плакат называют афишу, а плакат – афиши. Это неправильно. Афиша – это текстовое сообщение, когда дается шапка театра, потом идут названия спектакля, потом кто играет, кто поставил и так далее. То есть это афиша. Она содержит текст, а рисунка почти не содержит. Пытался, конечно, Николай Павлович Акимов внести и рисунок, изображение в афишу. Но это очень трудная форма, потому что текстовая информация должна быть понятной, четко напечатанной, а изображение требует своих каких-то закономерностей. Так что вот перед нами плакат театральной Ольги Биантовской «Щелкунчик». Очень красивый, нарядный, сказочный. Соответствует еще и опере и музыке Чайковского. Все тут очень хорошо. Если мы возьмем другой, скажем, вариант плаката, так называемый спортивный, совершенно юная художница Бежана Смелова, она выиграла конкурс, и вот здесь такое интересное изображение. Она, конечно, взяла, просто вырезала из бумаги какую-то лыжницу, тут механизм создания произведения понятен. Потом набрызгала цветные пятна, наложила одно на другое, и только потом еще шрифтовая часть, которая сегодня решается легко через компьютер. И сделала очень замечательную серию плакатов. Вот она называется «Займись спортом, стань ярче». Еще интересный такой вариант плаката исполнила какой-то художник, не подписавшийся, а выставив вместо своего имени фирму. Это состав «Ру», исполнитель «Грейт».
они просят, чтобы мы этого указали. Поэтому я указываю, что это вот такая фирма выпустила. Это плакат, видите, ваши дети не такие взрослые, как им кажется. Но действительно, помните и в своем детстве, и в детстве ваших детей и внуков, как иногда малыши приноравливают к себе одежду взрослых. И тут очень правильно говорится о том, что эта девочка еще не женщина, а в нашей жизни, к сожалению, много-много всяких неприятных и трагических случаев. И тем не менее, чтобы показать важность плакатного искусства, я обращаюсь к нашей классике. Это всем известный плакат Моора. Моора – это псевдоним вообще Дмитрий Стахиевич Орлов. И вот этот плакат «Ты записался добровольцем», он и в свое время сослужил, и потом его варьировали по-разному. Мало того, что его варьировали по-разному по делу, по сути, его варьировали еще и Шутенина и так далее. То есть классике всегда приходится потом еще как-то подвергаться шутливому или иногда даже анекдотическому передергиванию. Но плакат мощный, конечно, и тут у многих, наверное, рука двигалась от зависти, чтобы там что-нибудь подрисовать, что-нибудь такое добавить, вот, потому что очень сильный плакат. Другой плакат, он остался музейным таким достоянием, его почти никто не пародирует, хотя бывает такое. Это Владимир Лебедев, который как раз учился у Малевича в Гинхуке, и вот здесь несколько формальное решение, но по тем временам это работало. И плакат тоже несет такой крепкий лозунг, девиз. Работать надо, винтовка рядом. То есть вот ситуация пограничная. Сегодня мир, завтра бой. И решено все очень четко, лапидарно. И мы с вами приходим к выводу, что действительно плакат должен быть ясным. Мы его встречаем на улице, либо в транспорте, либо в каком-то общественном месте, но он должен зацепить наше внимание и в одну долю секунды сразу сказать, о чем идет речь. Даже если текст, который нас интересовал, немножко пространен. Вот это плакат Дейнеки и интересный текст. «Работать, строить и не ныть. Нам к новой жизни путь указан. Атлета можешь ты не быть, но физкультурником обязан». То есть замечательные стихи еще тут. Хороший очень плакат, красивый. И как раз в стилистике самого Дейнеки. Это классика. Классика, которая помогла действительно как-то зарядить наш народ на свершение. Вот киноплакат, посвященный пропаганде фильма «Чапаев». Большой художественный фильм. Видите, еще так, текст «Большой художественный фильм «Чапаев». И известный кадр берется для этого плаката. Это Бельский. Он два варианта исполнил, а может даже и три этого киноплаката, потому что фильм «Чапаев» живет до сих пор, и даже недавно его показывали по телевизору, и обсуждали его там в одной из программ. Это классика. Если нам кажется что-то немножко наивным, но помним, что пройдет время, и все, что делается сегодня, тоже вот показаться наивным. Я имею в виду зону искусства. Вот. Вот это плакат и плюс еще мобилизационная листовка «Родина, мать зовет». Это Ираклий Таидзе сделал прямо актуально, как только началась война. Очень сильный, не за счет, может быть, даже художественного образа. Тут женщина-мать решена универсально для нашей страны. Тут мы не будем спорить, кто она. Русская, грузинка, мордовка – это не имеет значения. Это родина, имеется в виду вся наша страна, и родина мать зовет. Он несложный по композиции. Все эти винтовки, штыки – это, в общем-то, традиционно. Но он выполнял роль больше, чем плакат. Это еще и воинская присяга, и он размещался по разным военкоматам и имел еще такую очень важную функцию. Вот Николай Жуков изображает пулеметчика, изображает абсолютно реально, какого-то такого графического поворота темы нет, дается добросовестный рисунок пулеметчика и надпись, короткий, ясный, «Бин насмерть». Но здесь есть композиционный ход. За спиной вот этого пулеметчика на стене дома еще один плакат. Это плакат Корецкого «Воин Красной Армии, спаси». Такой композиционный прием мы еще раз встретим, когда произведение в произведении, когда плакат в плакате. Это как бы удваивает силу художественного воздействия и напоминает, ну, входит в этот текст.
каких-то событий. Вот замечательная художница Ольга Бурова изобразила такой плакат «Трактор в поле, что танк в бою». Действительно, очень важно было, чтобы каждый трактор не проставил, работал на полях страны. Трактористы ушли в армию, а их место заняли женщины. Это была правда. Тут нет никакой придумки в этом плакате. Единственное, только там по мосту железнодорожному тянется эшелон с танками, солдатами. Так что вот эта композиционная ситуация такая немножко придуманная специально. Но в целом плакат очень хорош. И вот эта женщина, которая сидит за рулем трактора, она в национальном крестьянском костюме, красной косынке. То есть тут еще такой образ уже нашей советской труженицы. Ведь можно же было уйти от этих деталей. Но тогда, наверное, образ был бы не столь серьезен, не столь актуален для нашей страны. Вот этот интересный плакат Голованова. Это замечательный плакат Красной армии «Слава». И вот изображение этого солдата, который дошел до Берлина, интересно рассмотреть вот с каких позиций. Там тоже плакат в плакате, плакат того же Голованова, только который был сделан раньше. «Дойдем до Берлина». А вот здесь уже дошли. То есть обыгрывается творческое предложение самого художника. Первое, которое призывало дойти до Берлина, а теперь уже вот такое, которое говорит о том, что дошли. Мне нравится этот молодой солдат, который так весел, бодр. Я там вижу опять что-то очень родное, которое встречал в жизни. Ну, мне просто по времени пришлось видеть тех, кто вернулся с войны. Вот. А кроме того, когда пришло время мне идти в армию, то я задумался о том, каким я буду солдатом, что выпадет на мою долю, мало ли там что. Нам все время же это угрожает откуда-то, и мы должны быть готовы ко всему. Поэтому я однажды на 1 мая 1960 года, когда было 15 лет только Победы, я догонял по проспекту Обувской обороны демонстрацию. Я что-то не рассчитал, опаздывал. Интересная ситуация. Пустой проспект, только следы прошедшей демонстрации. Но в дверях парикмахерской стоял такой парень, такой молодой, красивый, в сером костюме. И я смотрю, у него звезда Героя Советского Союза. Я вдруг подсчитал, что ему-то всего, предположим, ну, самое большое 40 лет, а может даже и меньше. Ну, мы с вами знаем, что летчики, танкисты получали звание героя, ну, какие-то разведчики, может, очень рано, совсем молодыми, на счастье, еще и выжив. Так что вот он такой стоял, обаятельный, красивый, веселый. Почему он не пошел дальше на демонстрацию, это я не знаю, это его личное дело. А сзади была красавица-парикмахерша. Так что, может, он решил, что лучше праздник устроить это здесь, чем там, на площади Дворцовой. Вот это убедительный плакат. И герой этого плаката, он в жизни, его можно встретить. Ну, сейчас уже они какие-то старенькие, кто-то вообще уже ушел из жизни. А по тем временам это было. Так что вот я хочу сказать, что художники, работая над плакатом, должны были выбрать очень типическое. И как родина-мать должна была вот быть вот знакома где-то вот где-то рядом, а может даже это моя мама. Так и вот этот солдат, который стреляет из пулемета, тоже должен быть типичным. И вот этот, который дошел до Берлина. То есть нельзя заниматься какой-то экзотикой, чем-то таким эффектом и не нашим. И вот такой получается следующий штрих. Это опять Голованов, «Молодежь на стадионе». Рассуждая о плакате, об этом удивительном искусстве, я не хотел бы, знаете, петь только гимны. Я ценю этот плакат, мне нравится эта красавица, которая метнет сейчас копье далеко-далеко. Но текст неправильный. То есть он вроде как правильный, молодежь на стадионе. Но получается так, что там стадион, заполненный весь молодежью. И получается, что молодежь на стадионе, но как? На спортивной площадке? Либо просто занять эти места стадиона? Вот здесь нет точности текста. Тут нужно было какой-то другой текст. И я так говорю, потому что переживаю за плакатное искусство. И иногда даже критически так беру на себя роль такого редактора, и как бы вот я заставил бы, наверное, поискать какую-то другую фразу. Плакат требует не только хорошего, ясного рисунка, но вот этой текстовой основы тоже очень простой. Не случайно у Маора, помните, «Помоги!» Да, такой мощный, стильный плакат.
Вот здесь Виктор Иванов показывает нам плакат «Пятилетку 4 года». По тем временам это все было правда. Сейчас уже находятся голоса, которые говорят, что это фальсификация, что это было не так. Но я же тот человек, который жил тогда. Я помню, выходишь утром в школу на автобус-остановку. Один этаж построили дома напротив. Возвращайся, второй этаж построили дома напротив. А потом в следующий день идешь, уже третий, четвертый, пятый, потом следующие дома строились. То есть, когда кто-то пыхтит и говорит, что все это лапша, все это неправда, ну, это, не знаю, злость какая-то просто. Либо им не досталось квартиры в этой хрущевке, я не знаю почему. Так что вот это правильно, пятилетку 4 года, все старались, все хотели, в конце концов, вырваться из этой вынужденной щиты, которая привела нашу страну война. Ну, голод, да, разруха бесконечно. Вот хороший профессиональный рисунок у этого Виктора Иванова. Вот это интересный плакат. Он тоже для поколения. Сегодня это школьникам мало известно. Вот, а вообще это интересный плакат исполнил Арцурунян. «Соберем металлолом», 64-й год. Да, тогда собирали школьники. Тут школьник в форме, которая тогда была неспослана к нам сверху, мы должны были ходить в форме, поэтому что-то такое гимназическое вдруг появилось в школьной детворе. И вот он там, этот пионер, собирает металлолом. Нормальный, хороший, добрый плакат. Конечно, его по школам развешивали, это у него своя аудитория, в этого плаката. И вот бабах, началась перестройка. Вот это очень важный плакат, потому что здесь художник Дулов, наш питерский, показывает, что перестройка – это перестройка, но забалтывали эту перестройку, не туда повели эту перестройку. Здесь какой-то вот попугай, который перестройка, перестройка, да, вот так вот все картавит. Там параграф, и получается, что вместо перестройки сделали что-то другое, куда-то пошло в другую сторону. Ну, если кто помнит сатиру тех времен, тогда показывал один интересный актер, что-то ее не повторяет, эту сатиру, она интересна. Когда там актер в костюме Михаила Сергеевича Горбачева, туда-туда, все никак не можно сделать шаг вперед, все куда-то топчется на месте. Так что там был эстрадный номер, а здесь вот плакат, который напоминает о тех сложностях, что поджидали наш народ. Вот опять тут виновник этого плаката Михаил Сергеевич. Сложная наша история. Все будет еще расставлено, все акценты все будут расставлены. То, что все-таки при нем был развален Советский Союз, это с него никуда не снимешь. Мало того, он в одной из передач «Радио Свободы», они это транслируют потом как заставку. Я не знаю, как это получилось. Как это не знаешь, ты генсек, как это получилось, да? То есть он, ну, так вот так. Так что плакат это серьезный. Ну, а мы шагнем дальше, и тогда посмотрим вот такой интересный плакат, тоже очень актуальный. Коллектив авторов. Тут, видите, вроде как работы немного, а коллектив, потому что надо было, наверное, мозговую атаку проводить. Александр Фалдин, Руслан Акманов, по-моему, или Рашид Акманов и Светлана Фалдина. Вот пусть здравствует плюрализм. Во времена Горбачева много говорили о плюрализме, очень много говорили о плюрализме. И получалось так, что плюрализм мнений, так он и раньше был плюрализм мнений. Если свобода слова, так свобода слова еще ничего не решает. Сейчас свобода слова. Сейчас свобода слова. Но нет свободы действий. Мы не можем собраться на митинг по больному вопросу. Надо обязательно что-то там предупреждать, просить, кланяться. Мы не можем выйти на демонстрацию, которая вдруг вспыхнула район, предположим, да, или город. Не можем. И так далее. Мы не можем даже участвовать в выборах, которые считаются, что это демократическая форма, но она искажена, она извращена. Так что вот это, мне кажется, тут заложен вот этот мотив, что пусть здравствует плюрализм, а на самом деле это все пустая болтовня, демагогия. Ну, другой плакат, он подводит нас к тому, что курсом реформ к светлому будущему, и там вот эти скелеты каких-то динозавров, это мне очень нравится сам художник, Игорь Петрыгин Родионов, он очень изобретательный, очень талантливый. Здесь он не сравнивает нас, людей, с этими монстрами, ну, вернее, со скелетами этих монстров. Но, кстати, вопрос, ну что мы, туда?
к динозаврам, что ли, направимся дружными колоннами. И еще его плакаты. Он очень активно работает. Очень. И еще его плакат вот такой, по-моему, просто замечательный. Но я бы чуть-чуть, может, поменял бы текст. Я уж опять как редактор текста тут, да? Значит, Карл Маркс говорит: «Здравствуйте, двоечники!» А там сидят Греф и Кудрин. Мне не нравится то, что он их называет двоечниками. Они как раз его это том «Капитала» просмотрели, даже сдали и получили пятерку. Тут другое что-то. Тут другое должно быть что-то. Они обманщики. Они негодяи даже, может быть. Потому что один точно говорит, что народ – это быдло, скот. Это Греф. А другой говорит, что нищает наш народ, и вот неимущих стало теперь одна шестая населения. Вместо того, чтобы сказать, ограбленные, такая деликатная фраза, неимущих. Откуда они вдруг неимущие? Ограбленных надо точно говорить. Маленький штрих. Простой человек, если даже брать, что 30 тысяч, так сказать, по статистике зарплаты, да, получает в день 1000. А кто-то там миллионы. Как вот эти экономисты мыслят? Где тут нормы труда? Это же ясно совершенно, что одни благоденствуют за счет других. И тут, мне кажется, название «Здравствуйте, двоечники» надо как-то поменять. Но я не буду вторгаться в творческий мир Игоря. Это его судьба, его, так сказать, цех. А я просто словом только могу рассуждать, с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Вот тут я полностью согласен. Цены вверх, зарплата вниз. Точно совершенно, правда? Ну, точно. Точно. Цены вверх, зарплата вниз. Точно. Потому что демагогия о том, что растут заработки, она сразу же обрывается на пороге любого магазина. Там наш народ чувствует, что к чему. Еще один плакат, который вышел из мастерской вот этого замечательного художника Петрыгина Родионова. Это «Мебельторг России». Обыгрывается МО, Министерство обороны, да? Мебельторг, танк и диван. Когда говорится о том, что деньги надо перенаправить, это кудринская идея, с Министерства обороны куда-то, ты прекрасно понимаешь, что там они где-то и будут разворованы. Они в Министерстве обороны могут быть разворованы. Но все-таки, если они в Министерстве обороны, то можно ставить вопрос, где деньги, что на них куплено, что на них сделано. А если они куда-то перепрофилированы, то они исчезнут. Мы с вами знаем, куда. Я ни разу не видел, чтобы по телевизору показали водопроводчика, который вдруг оказывается в квартире и держит коробку с пачками долларов или каких-то других бумажек. Так что адрес, куда уходят деньги, известен. Только наш разведчик не хочет разведывать. Это другая же тема. Плакаты все вот эти потрясающие, они заряжают. Они вообще, действительно, у меня была статья, посвященная им, плакат «Набат». Но, к сожалению, есть проблема. Сейчас мы о ней будем говорить. Вот тут такой интересный плакат. Ты ешь курицу, я ем хлеб. А вместе мы едим курицу с хлебом. Замечательно, правда? Замечательно. Это по поводу той статистики, которая врет, которая все время преподносит какие-то положительные итоги в нашем жизненном маршруте. Вот, очень сильный плакат, он мне нравится. Это Леонов сделал. Очень хороший. Тут, правда, уже используется фотомонтаж, но подводя итоги, мы про это тоже, подчеркнем, конечно, да, в нашей беседе. Вот, и такой плакат. Творец его остался неизвестным. Ну, потом когда-нибудь эта фамилия будет обязательно, я убежден. И, конечно, лучше не в протоколах какого-то суда, а в истории искусства. Проблема в нашей стране не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые не могут все никак нажраться. Это, конечно, уже карикатура, это уже не традиция такого плаката, агитационного. Это скорее развенчивает он то состояние нашей жизни, которое так приукрашивается, выплеск души, это крик уже. Правда, никто не услышит. Вот здесь я прихожу к проблеме, что эти плакаты очень часто в одном экземпляре, или там два-три экземпляра, они будут останутся в истории как совесть наших людей, которые прекрасно понимали, что происходит. Они хотели как-то бороться против лжи, но им не давали этого
право широко выйти на улицы. Все эти плакаты фактически на последних вот этих лет, это все боль художников. Они делятся с небольшой аудиторией, со своими коллегами. Но это факт. Что произошло с плакатом, вообще как с искусством? Очень часто используется фотомонтаж. Это было раньше, теперь это уже очень часто. Электроника помогает быстро-быстро как-то компоновать, передвигать там эти изображения и так далее. Шрифт тоже пошел уже из электроники. Мы с вами понимаем, что шрифт может нести тоже заряд, какую-то энергию. Сейчас многие художники стараются все-таки воспользоваться тем, что дает компьютер. Заключение о наших творцах, которые в этом альбоме представлены очень широко, многопланово, не с одинаковой позиции. Не нужно думать, что там все художники вот с одинаковой позиции. Они все болеют за то, что происходит. Но некоторые из них, сделав плакат, потом разочарованы были в том, что они сделали. Колеблется все-таки наш корабль. Вот. Но словами хотел бы закончить одного из мастеров плаката. Это Владимир Федорович Филиппова. Если так удастся, я даже, может, сейчас открою его, чтобы был... Вот Петр... Нет, это Игорь Геннадьевич Родионов. Петр Геннадьевич Родионов, да, вот это, ну, на всякий случай, чтобы люди знали, что он живой, настоящий человек. Вот. А я хочу сейчас еще... вот. Вот его... У него еще там есть, ну, вот это вот, да, это его. Значит, для художника есть только одна партия – совесть. Вот этими словами я хотел закончить разговор о плакате. Плакат, если несет ложь, вот эти всякие какие-то чистенькие напудренные мордочки во время предвыборной кампании, это все чепуха, там нет никакого образа, там нет никакой правды. Там просто являют свое личико те, которые хотят пробраться наверх, ну, иногда даже пробиваются. Вот плакат, который несет в себе совесть, он сейчас неугоден. Ну, слава Богу, есть эта книга, она... останется, ее не изъять, и потом будет видно, что не все были рабами. Ну, не все рабы на галерах, это ясно. Вот. Но и не все были рабами просто. Спасибо за внимание.